Alors, c'est une ville de transfert. Aujourd'hui, nous sommes à Kharkov. Приблизительно так на французском звучит фраза «Здравствуйте». Это передача «Города». Сегодня мы в Харькове. Сегодня мы не в Париже, а в одном из харьковских торговых центров. И перед тем, как погрузиться в этот мегаполис, давайте сверим, у кого какие ассоциации с этим городом. Для начала, Харьков – это первая столица Украины. Кроме того, Харьков – это по-настоящему студенческий город. Харьковские девушки очень часто занимали призовые места на конкурсе красоты. Парни, «Металлист» сейчас лидер чемпионата Украины по футболу. А у меня в детстве был велосипед марки «ХВЗ». Харьковский велосипедный завод. Отлично, это то, что знаем мы. А теперь давайте посмотрим на город глазами местных жителей. А заодно узнаем, на кой черт здесь эта Эйфелева башня. Почем опиум для народа? Я вижу, вы покупаете. Опиум? Ребят, почем? Короче, ну 50 гривен коробок можно найти, если издать людей просто. Фил, иди сюда! Фил, иди сюда! Фил, иди сюда! Да на ты свою Nokia, ну чё ты завелась-то, а? Пойдём за стол. Очень интересно попробовать всё-таки самому записать рэп. Харьков основан в 1654 году и с тех пор неудержимо развивается. Сейчас население города стремится к отметке в 1,5 миллиона человек. Будучи одним из самых восточных городов Украины, ментально Харьков очень близок к Европе. Это отметили все туристы, посетившие мегаполис во время Евро-2012. А голландцы так сильно в него влюбились, что люди в оранжевом покидали город со слезами на глазах. И речь сейчас не про асфальтоукладчика. Свое знакомство с Харьковом я решил начать с того места, откуда начинает большинство приезжих – с вокзала. Википедия мне рассказала, что Харьков славится своей классической и монументальной архитектурой, так называемым «сталинским ампиром». А прямо у вокзала меня встречает забавный персонаж романа «12 стульев» – отец Федор. Стамбул, конечно, город контрастов, но и Харьков не отстает. В руках у отца Федора чайник и письмо. Ну, правильно, ведь именно в Харькове он отстал от поезда, пытаясь на станции набрать кипяточку. Так. А что в письме? Харьков – город шумный, центр Украинской республики. После провинции кажется, будто за границу попал. Ну что, пойдем смотреть, будто заграничный Харьков. Так кому сходить в гости, с кем пообщаться? С президентом. С президентом? Да. А что, в Харькове есть президент? Это должен быть обязательно живой человек. Ведущий кафедры транспортной системы логистики. Здравствуйте. Ответите на вопрос. Не? Нельзя? Ничего компрометирующего. Я ищу ночлег. Можно у вас переночевать? А я не знакомство, не пускаю к себе. Женя меня зовут. Рамис Аскерович. Рамис Аскерович, заслуженный тренер Украины. Воспитал, наверное, немало мастеров крепких ребят, да? Известно, значит, Кернес наш любимый. Кернес? Да, он очень много делает для города нашего парка. Наш голова Геннадий Адольфович Кернес. Кернес. Один из самых выдающихся людей. Вы знаете, мне каждый второй уже рекомендует. Как бы не первый, наверное. А из тех, которые живут, ну, не скажу. Не скажу, это принципиальная позиция. Просто не хотите говорить, да? Не скажу и все. Яна Клочкова из Харькова? Да. А она сейчас в Харькове живет? Наверное, нет. Наверное, нет. Местные жители так и не помогли мне с экстримом. Где в Харькове можно найти экстремальные виды спорта? Не знаю. Из Гребшего театра. А вы местный житель? Пинбол, страйкбол. Ну, такое, не очень. Вы экстремал? Конечно. А более того, я занимаюсь тем, что запрещено в Харькове. Можно вас обнять, пожалуйста? Нет, не надо, нет. Я такими вещами мазохетскими, маджахетскими и прочими не занимаюсь. А можно пойти покататься, да, есть такая хохлобочка. Это, да? Плавание, фигурное катание. Да. Поэтому я попробую другой способ. Спасибо!
Еще в начале 90-х в Харькове зародилась легендарная передача «Рэп-обойма». В этой тусовке оттачивали свое мастерство Фагот и Фози, Потап и многие другие. Постепенно Харьков превратился в самую настоящую столицу хип-хопа. И прямо сейчас я в гостях у одного из героев Харьков Рапа-Сити. Кто-то знает Леона как автора песни «Быть безупречным», посвященной чемпионам мира по боксу братьям Кличко. Покажи свой фирменный нокаут, вылетает удары, последний раунд, последний дух выбивает, отправляя за канаты. А кто-то знает Леона как простого парня из Харькова, который достойно представляет Украину на международной хип-хоп-арене. Ведь за совсем короткое время Леон успел стать победителем народного голосования в битве за респект на Муз-ТВ, получить номинацию «Открытие года» на Russian Street Awards, спеть с Бастой и Гуфом, Иваном Дорном и Сацурой, а также презентовать свой последний альбом в самом сердце хип-хопа США, в Бруклине. Прямо сейчас пришло время познакомиться с Леоном поближе. Привет. Здорово. Спасибо, удачи. Куда пойти в Харькове? Есть интересные места? Что посмотреть? Памятник, ну, а Паша Шевченко, допустим, пойти посмотреть. У нас есть зоопарк. Зоопарк? Ну, есть наша площадь харьковская. Площади красивые. Но если присмотреться, то все красивое. Улица Воробьева, Дарвина, старый город. Там поспать можно. Готовы. Всего 13, она уже знает, где можно хорошо поспать. Зеркальная струя, ну, такое заезженное место. Во-первых, парк. Другого нигде нет. Парк вижу, парк, вот. Вопросов нет. Площадь Розы Люксембург. Зеркальная струя. Да, зеркальная струя. Дом архитектора находится на Дарвина. Там вы увидите все-все. Там последний. Университет, там... Университет там находится, да, на площади, конечно, правильно? Да, ага, конечно. Интересно. Имени Каразина. Покататься на колесе очень круто. Пойдем и прокатимся на колесе, обозрим. В поисках адреналина я оказался в регбийном клубе. Ну что тут сказать, толпа накачанных мужиков и без всякого регби поможет мне найти настоящие экстремальные ощущения. Вперед за ними! О, чувствую, мы оказались в раздевалке спортивной. Судя по вставным челюстям, мы находимся в регбийной раздевалке. Сразу чувствуется. Добрый день. Тренер по регби. Меня зовут Валерий. Валерий, меня зовут Илья. Очень приятно, Илюша. Отпустите руку, больно очень сильно. Хорошо. Ах, спасибо. Программа «Города». Я Дмитрий. Где можно покушать в Харькове? Но идите, знаете куда? Вот прямо. Мне нравится этот заход. Идите, знаете куда? Ну, мне очень нравится наша дача. Наша дача, да? Даже не знаю, Терка. Да. Терка? Да. Интересное название. В Компасе. В Компас? Это клуб, ресторан, заведение. Клуб. А ресторан, кафешка. У нас просто по клубам Фил. Ну, Фил. Ну, самый симпотный пацанчик в Украине. Адриана. Адриана, так. Панорама, да? Я даже не знаю, я уже покушал просто. Посоветую вам Москвич-бар, на самом деле. Москвич-бар? Шариков. Шариков. Ресторан Шариков. У Табломов хорошо, можно просто провести с друзьями время. Москвич-бар тоже хорошее. Ой, ребят, я сама не местная. Я студент. Обожу. Да. Москвич-бар, да? А это для чего? Это мы потом родителям вашим покажем. При проектировании застройки была идея соорудить один из символов великого и могучего государства. Построить жилые дома в виде аббревиатуры СССР. В итоге, как это часто у нас бывает, букву «Р» не достроили, а к уже существующим трем буквам «С» достроили дома таким образом, что получилось мистическое число зверя – 3 шестерки. Еще колесо это чертово. Прям все одно к одному. Потрясающий парк, безумно красивый. Объективно, один из лучших, если не в Европе, то в Украине так точно. Так, ну что, пойдем посмотрим те достопримечательности, которые посоветовали нам местные жители. А я продолжаю на практике отрабатывать приемы пикапа.
очень срочно. Для меня это очень важно. Можешь взять мой номер телефона и перезвонить мне буквально через полчаса? Я потом расскажу, просто сейчас нет времени объяснять. Скажите, вы могли бы мне сегодня набрать буквально через пару часиков? Просто записать мой номер и перезвонить мне. Для меня это... Я телефон не взяла с собой. Как не взяла? Запиши ручкой тогда на руке. Ручки нету. Запомнишь? 097-727-00. Я вот буквально через часик смогу с вами поговорить, вы мне перезвоните. День рождения обустроите. С днем рождения? Да. Отлично, собираешься сегодня отмечать? Да. У тебя пятый. Через сколько ты мне перезвонишь? Вам не перезвоню. Не перезвонишь? А зачем же тогда записала? Как вы меня запишете? Я не знаю, как вы это запишете. Запишите мне Мася. Мася. Мася, да. До свидания. Мистер Синий Шарф. Мистер Синий Шарф, отлично. А сама откуда? Я? Да. Марокко. Марокко? Да. А как будет, по-вашему, красивой? Красивой как будет? Звин. Звин? Звина. Звина? Да. Запишешь меня Звина? Окей? Напишу Фил день рождения. Фил день рождения? Да. Хорошо. 20 лет. Мне сегодня 20 лет. 20 лет? 20 лет, да. Перезвони буквально через полчаса. Харьков – это первая столица Украины, поэтому мне захотелось чего-нибудь столичного. И из множества различных вариантов я выбираю гастробар «Москвич». Вообще-то салон 412-го «Москвича» я себе представлял совершенно по-другому. Секунду. Добрый вечер. Добрый вечер. Девчата, угостите одинокого неместного коктейльчиком. Спасибо. Гастробар «Москвич» – самый дорогой лук в Харькове. Элитное заведение. Кстати, заметьте, у всех на столах только вот эта штука. Честно сказать, ребят, обычно во всех заведениях я что-то пробую, выпиваю, но сегодня здесь я решил поэкспериментировать, оказаться, так сказать, по другую сторону баррикад. Да, я пойду за барную стойку, и так как это заведение хвалится своими коктейлями, то я буду готовить коктейли для всех посетителей. А чё? Работа не пыльная. Делай коктейли, наливай, да получай чаевые. Главное, чтобы чаевые были деньгами, а не чайными пакетиками. Ну, как я обычно делаю. Да на ты свою Nokia, ну чё ты завелась-то, а? Пойдем за стойку. А можно я не буду шутить на эту тему? Ребят, которые слишком много себе позволяют говорить, их наказывают, находят и наказывают. Все, ну зачем тебе пускать эту пыль в глаза? Ты же знаешь все равно, что я просто хочу заняться с тобой сексом. Леон, с чего все начиналось? Ты же наверняка не с самого детства мечтал быть рэпером. Слушай, ну вот я вспоминал и помню момент, что именно здесь, в Хире, в университете радиоэлектроники, на каких-то перерывах я зачитывал какие-то куплеты, может быть, чьи-то чужие слова своим одногруппникам. И они говорили, вот, да, давай, давай, продолжай, делай это. И помню еще вот в другом корпусе я принес свою самую первую песню, мы еще тогда писали на кассетке, и я принес это на пару и ставил, говорил, вот, я буду там читать рэп, и все так смотрели на меня, типа, дядя, ты что? Мой город спит, пока я пишу. Мой город спит, еле слышишь. Мой город, мой город спит, пока я пишу. Мой город спит. Леон, помнишь свой первый концерт? Помню, конечно, он был именно в городе Харьков. На открытой площадке? Нет, закрытая площадка, ну такой диско 2000, по-моему, назывался клуб. А много людей было? Слушай, это же был не прям мой сольный первый концерт, это было первое выступление, знаешь, то есть первый выход на сцену с микрофоном, поэтому людей было немало. Ну а ты, что вот ты в этот момент чувствовал, был, да? Руки дрожали, тексты забывались? Ну не забывались, но все равно уверенности не хватало. То есть сейчас бы я выступил чуть лучше. Ну да, рэп — это же такая культура, в которой нужно очень уверенно. Конечно, конечно. Знаешь, и люди чувствуют, если ты как бы не уверен в себе, то они тебя и слушать не будут.
Харьков вообще такое место удивительное с точки зрения музыки в Украине. В принципе, Харьков — это столица рэпа, да? Надеюсь. Ну, по крайней мере, очень многие отсюда вышли. Как ты думаешь, почему так получилось? Почему именно Харьков? А это, знаешь, я вот какую-то параллель проводил, что вот есть, допустим, Москва и Питер, да? Что Питер вот немножко такой отдаленный, но бывшая столица, так же, как Харьков, культурная, да? Может быть, чуть-чуть уровень жизни отличается от главной столицы. И более голодные. Поэт должен быть голодным. Поэтому, наверное, здесь, знаешь, людям хочется искать в себе какие-то творческие... Слушай, ну в Житомире тогда по-любому должны быть очень мощные рэперы. Но еще есть такая вещь о возможности, да, что эти музыканты могут для себя показать. То есть мне кажется, что и в глубинках в Украине тоже очень много талантливых ребят, но им просто сложно продемонстрировать, что они существуют. Ты оказался в самом центре регбийного братства в городе Харькове. Хорошо, мне очень здесь нравится. Команда. У вашей команды должно быть название, наверное. Команда РК «Олимп», чемпион Украины по регби 7, по регби 15. Ну, ты сейчас я сам всех ребят увидишь. Идем познакомимся. Мне даже не терпится. Ну, идем, хорошо, идем. Я не понял. О! Здорово, пацаны! Как дела? Привет! Никто травм не получает. Ну... Не травмы получают только те, кто не готов. Хорошо, значит, я потенциально сегодня могу оказаться в больнице, исходя из ваших слов. Мы постараемся тебя подготовить к этому. Ну, больница рядом. Не к больнице, а к тренировке. Медпункт есть, да? Медпункт есть. Я не переживаю. Отлично. А что мне надо? Я сейчас переоденусь, а как-то разминка какая-то, силовой. Мы все проведем на улице. Я никого не травмирую, не шибу. Не бойся, я об этом не переживаю. Я просто переживал очень сильно. Ну идем тогда заниматься регби, переодеваемся. Переодевался, и я узнал, что в соседнем зале тренируются чемпионы Украины по женскому регби. Давайте посмотрим на этих девчонок. Знаете, я бы таким девушкам никогда не сказал: «Милая, прости, нам надо расстаться», потому что, если что, сразу с прогибом через себя и мячом по голове. Прошло совсем немного времени, и девушки начали звонить одна за другой. Но что тут скажешь, прием сработал. Алло, я просто хотел пригласить вас сегодня в клуб «Болеро». Нет, не хочу. Мы сегодня занята. Я куплю тебе столько коктейлей, сколько ты захочешь, и мы будем веселиться сегодня в этом. Не пьешь? А что ты предпочитаешь тогда? Я предпочитаю, конечно, гранит на ухе. Сообщение. Уважаемый мистер Синий Шар, я очень хотела вам перезвонить, но так как у вас занято, то не судьба. Я перезвоню сам. Здравствуйте, Мася. Если вы поняли, кто это, и еще хотите задать свой вопрос, звоните. Ну что ж, наберу. Здравствуйте. Здравствуйте, это Мася. Ребята, барная стойка. Последний раз я так радовался, когда перепутал двери в бане. Вы знаете, москвич славится своими авторскими коктейлями и своими барменами. Вот, пожалуйста, Лиза, давайте готовить коктейли, давайте. Давно пора? Давно пора, и тем более я вижу, у нас уже есть человек. Можно мне Persian Zombie? Как? А, Persian Zombie, конечно, нет вопросов. С вас 80 гривен, деньги вперед. Мы так работаем сейчас, у нас новое руководство. Что нам надо для этого? Нам для этого нужна банка. Банка? Ну все логично, ну что вы спрашиваете, банка? О, вот наконец-то банка из-под бабушкиных огурцов. Плод страсти. Похож как плод увядшей страсти. Понимаешь? Это какая-то некачественная слива. Есть. Поиграем в доктора, малыш? А? Выковыриваем. Какое телевизионное слово? Выковыриваем. А действо какое? А? Картинка. Выковыриваем такую штучку.
Есть кабачковая икра у тебя? Будем дожимать клиента. Помыть. Нужно помыть. О, моя госпожа! Мало кто знает, что именно в Харькове выпускались известные советские сигареты «Прима», которые, по мнению харьковчан, курила даже королева Англии. Зато абсолютно все знают прошлого и нынешнего мэра Харькова, а точнее обращение одного из них к избирателям. В общем, потом освежите память на YouTube, а сейчас вернемся в город. Еще совсем недавно площадь Свободы называлась площадью Дзержинского. Тяжело придумать более полярные названия. Дзержинские свободы — это как Милевский игол, как Таврия и Комфорт, как блондинка и квадратные уравнения. Да что там, это как Милевские квадратные уравнения. Этот железобетонный небоскреб, кстати, самый большой в Европе на момент постройки, был сдан в 1920-х годах. Только подумайте, его построили всего за 3 года ручным трудом. Руками рыли котлованы, на лошадях подвозили стройматериалы и руками же их разгружали. А вот уже в 2000-х с использованием самой современной техники на реконструкцию ушло более 7 лет. Буду строить дачу, продам к чертовой матери трактор и куплю лопату. Когда-то Харьков, который в то время был столицей Украины, посетил великий Теодор Драйзе. Писателя потрясло здание «Газпрома», названное чудом, увиденным в Харькове. Однажды это здание спасло жизни 3 обезьянам. Во время Великой Отечественной войны 3 обезьяны, спасаясь от бомбежек, прятались в одном из кабинетов «Газпрома». По этому поводу ходят курьезные слухи, будто одна из обезьян бегала по «Газпрому» с портфелем, оставленным одним из чиновников. А можно я не буду шутить на эту тему? В Украине уже не до шуток, когда слышишь про обезьяну с портфелем госслужащего. Здравствуйте, привет. Меня зовут Илья. Сразу на меня не нападайте, не сбивайтесь. Давайте станем в кружок. Ну почему? Давайте обсудим наши планы. Напугать соперника – одна из важнейших задач в регби. И самые крутые в этом непростом деле – новозеландские регбисты, которые давным-давно для этого стали использовать специальный танец под названием хака. Мне кажется, ничего нового они не придумали. Зайдите на любую дискотеку в спальном районе. Танцы местных пацанов кого хочешь распугают. Мы решили придумать с девчонками свой вариант хаки. Фил, иди сюда! 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 Тебя тут ждут! На постсоветском пространстве к русскоязычному рэпу относятся, ну, скажем так, как ты думаешь, в чем причина такого отношения и твои мысли по этому поводу? Слушай, сейчас рэперы собирают такие площадки, которые не собирает ни один попсовик. То есть артисты, которые могут позволить себе залы там, по 15-20 тысяч. Поэтому эта информация, о которой ты говоришь, она все, это все устарела. Мусор. Да. И я верю в то, что хип-хоп все-таки это свободная музыка, и все больше людей понимают, что лучше слушать это направление. С каждым годом мы будем все выше и выше и выше и выше и выше. Когда парни где-то 18-20 лет, а то и еще младше, начинают такой гангстер-рэп зачитывать, пушки, тачки, тёлки, кокс. Я могу кокс. Тебе уверенно уже ответить. Смотри, что происходит в Америке. Они с детства живут бедно и стараются всю жизнь заработать, да? То есть как бы стать лучше, начать зарабатывать деньги, как-то купить себе там золото, купить себе дорогую тачку. Они всю жизнь занимаются рэпом, и где-то годам к 30 достигают этого уровня. Наши же малолетки видят это, они думают, что нужно начинать с этого, сразу начинать курить траву, покупать там дорогие вещи, рассказывать о том, какой ты гангстер. Эти, да. Но они забывают о том, что эти же ребята прошли 25 лет практики, а наши думают, что можно сразу стать рэпером. Это просто лобовое копирование. Да, неправильно. Поэтому, мне кажется, это проблема. Ты тоже к этому негативно относишься. Абсолютно, это неправильно. Я за то, чтобы был фундамент. Ты закончил Национальный Харьковский университет радиоэлектроники. Да, факультет компьютерных наук. Вот, и насколько я знаю, ты даже серьезно работал по этой специальности, конечно, и занимал конечно. Руководящую должность, да, в IT-компании. При этом, я так понял, на этот период ты оставил рэп. Абсолютно. А потом оставил компанию и снова вернулся в рэп. Ну, были определенные события, которые заставили меня пересмотреть все. Абсолютно, за серебром все легло. И снова в музыку? Снова в музыку, да. А музыкой можно зарабатывать нормальные деньги? Если заниматься этим 25 часов из 24, то
теоретически можно. Теоретически, да. Если тебе повезет. Люди, очень многие зовут на какие-то свадьбы, они говорят, что с тобой у нас связан определенный момент в жизни, когда мы слушали твой альбом, и вот мы там встретились с девушкой. Либо кто-то говорит, первый поцелуй под твою песню. Да, ну не только поцелуй под эту первый секс под твою песню. Да, реально люди об этом рассказывают, и знаешь, либо мне иногда пишут люди, что спасибо, что песни помогают мне выжить. Я там каждый день спасаю людей, я врач, у меня там чуть не скажу с ума, я там слушаю твой альбом, и мне это помогает как-то держаться, стержень дает жизни. Слушай, меня это очень согревает. Здорово. Да, это действительно здорово. Мне кажется, это дороже денег. Конечно, так и есть. Из разговора с Леоном я понял, что где бы он ни выступал, в Москве или Питере, Киеве или Нью-Йорке, в его сердце на первом месте навсегда останется Харьков и родной институт радиоэлектроники, в стенах которого когда-то давно родились первые рифмы. Мы еще немного пообщались и отправились на студию, чтобы своими глазами увидеть, как создается качественный хип-хоп. Как называется? Джиггер. Джиггер. Давай, первая черточка снизу. Да. Потуже. Что дальше? Лимон и фреш. Лимон и фреш. Свежевыжатый. Я тоже хоть взял. Мне что-то кажется, в прошлой жизни я был все-таки лимона-фреша давом. Малыш, отдай мне все свои соки. Ты так не говоришь, да? Не, ну обычно... Есть. Еще немного прогулялся и решил присесть в кафе для того, чтобы в спокойной обстановке пообщаться с каждой из девушек. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Настя. Настя, меня зовут Фил. Да, я знаю, спасибо. Я хотел тебе предложить заняться сексом. Я, конечно же, могу сказать о том, что там я пишу стихи, либо пою в какой-то музыкальной группе. Все, но зачем тебе пускать эту пыль в глаза? Ты же знаешь все равно, что я просто хочу заняться с тобой сексом. Ну, как ты на это смотришь? Отрицательно. Всего хватает. Спасибо. У тебя есть молодой человек? Конечно. А, ну, тогда не получится. Ты расстроена? Я просто очень. Да, нет. Если тебе одиноко будет, звони. Я буду рад. Пока. Давай, пока. Алло. Алло, привет. Да. Это Фил, мы с тобой сегодня общались, помнишь? Я оставлял свой номер телефона. Скажи, как тебя зовут? Потому что я представился, а ты мне свое имя, по-моему, так и не сказала. Да, Юля. Юля. Юля, скажи мне, какие планы у тебя на вечер? А кто ты такой? Скажи, Юля, кем тебе приходится? Наверное, двоюродной свахой. Двоюродной свахой? У вас весело там. То есть ты живешь со своей двоюродной свахой? Ну, как сказать. Скажи, а я уже с Юлей не могу общаться? То есть, может, я все-таки с ней пообщаюсь? Не можешь. А кто этот мужчина, который рядом с тобой? Мой друг близкий. А, я понял. Какие у тебя планы на вечер? Планы на вечер, наверное, делать проект, который мне сдавать. Вот. А, слушай, у меня есть предложение. Пускай твой друг доделает проект, а мы с тобой сегодня повеселимся. Пойдем в ночной клуб «Болеро». Мне его, кстати, посоветовали. Говорят, хороший клуб здесь в Харькове. Я буду очень счастлив, и ты будешь очень счастлива. Да, ну, хорошо. Ну, все тогда. Всем сватам привет. Все, Юль, давай, пока. Алло. Да. Приветствую. Это Фил. Приветствую. Это Катя, которая сегодня ночью. Это кто? Катя, которая сегодня 20 лет.
Я хотел тебе предложить пойти сегодня в ночной клуб «Болеро». Сегодня, да, в твой день рождения, я подарю тебе подарок. И когда за тобой заехать? Спиной университет имени Каразина. Очередной памятник сталинской архитектуры. Интересно, а чем сегодня живет этот университет? Кто такой Каразин? Создатель нашего университета. Сам построил? Не, не сам, а сооснователь. Основатель? Ну, конечно. А что это он сделал? Это как это он основал? Он подал идею и... Подал идею, кто-то построил, да? Он был основателем, но не работал. Каразин – это он основатель университета. Основатель Харьковского национального университета имени Василия Назаревича Каразина. А 1805 году. Который содействовал, так сказать, открытию данного университета. Сколько стоит зачет сейчас в университете? Мы сдаем бесплатно все. В смысле, почему? Зачет сколько стоит? Смотри, какие. Ну, дороже полтинника. Конечно. Вам бесплатно, а вам? Тоже бесплатно, да? Начинаю где-то с 400 гривен. А зачет? С 300. Все сдают сами, тут никто денег не берет. Какой? Я начал с факультета, у нас, короче, вообще не беру. А какое место по размеру в Европе занимает площадь свободы? Второе. На первом. Вот так вот? Да, я вам серьезно. Нет, не на первом. Ой, первое. Конечно, первое. Площадь свободы. Первое. Вот это на... Подожди, площадь свободы вот здесь, на втором, в Харькове. На втором. На втором? А в Москве? Уверен, на втором? В Европе. Уверен? Почем опиум для народа? Не берете? Нет? Ответить. А какой сорт? Ну, 50 гривен коробок можно найти, если знать людей просто. Опиум для народа. Не знаю. Не употребляешь? Нет. Ну, бывает. Опиум. Булгаков, бесплатно. Танцевать? Да. Мы с вами. Пойдете. Мы идем танцевать, друзья. Извините. Пообщавшись с девчонками, я отправился на тренировочное поле команды «Олимп». Оказывается, что регби – это спорт, который сочетает в себе элементы футбола, волейбола, борьбы, легкой и тяжелой атлетики. Поэтому перед началом тренировки нужно обязательно хорошо размяться. Остановился. На тренировке быстро становится понятным, что регби – это прежде всего командный вид спорта. И нужно всегда быть готовым прийти на помощь своему товарищу, подстраховать и защитить от игроков соперника. Кстати, несмотря на то, что в регби играют здоровенные мужики с жесткими характерами, драки во время матчей на высоком уровне скорее редкость, чем правило. Но если уж драка началась, разнимать никто не лезет. Себе же дороже. Сели. Взялись, вошли. Команды... Не так точно. Вот. Да, чтобы у тебя спинка была ровная, понял? Не, только подмышками берешь, хорошо. Слушайте внимательно. Пошли! Раз, два, три, четыре, пять! Катя, я тебя люблю, выйди! Я типа возвращаюсь. Оля, подавлю. Только пробегай прямо. Возвращаюсь с тренировки домой. Я себе немножко по-другому все представлял. А ты думал, тут типа 100 человек работает, да, там 20 аранжировок. Стеки аппаратуры. Нет, все попроще. Тексты, микрофон, все вот как нужно. То есть видите, как получается? Вот такая вот маленькая, скромная, уютная студия, в которой обычные харьковские парни начинают свой путь, который заканчивается в Бруклине. Это Нью-Йорк, это Америка. Это не маленький путь, и не каждому дано его пройти.
Для рэпа очень характерна такая штука, как диссы, бифы. Биф – вражда между представителями хип-хоп-культуры. На практике такие конфликты выражаются в специально записанных песнях и интервью, реже в драках и перестрелках, в отдельных случаях заканчиваясь убийствами. Два рэпера друг против друга начинают писать треки, там какая-то ненависть даже проскакивает. У тебя есть какие-то такие враги в рэпе? У меня один враг – это моя лень. А как ты вообще относишься к этому движению, к этому явлению? Что это, нормально? Ну, если рассматривать в разрезе Америку, тогда мне это интересно. Когда бифовали там Jay-Z и Нас, это очень интересно, это исторический биф. А когда у нас как бы Вася из 3-го Б обвиняет Васю из 5-го В, то как бы это не очень интересно. Но в Америке, насколько я знаю, там угрозы доходили до серьезных. Да, вот, допустим, Notorious B.I.G. и Тупак как бы не очень хорошо закончили из-за бифов. А у нас все ровненько так. Ну, так себе, знаешь, у нас как бы тоже. У нас есть такая тема, что тех ребят, которые слишком много себе позволяют говорить, их наказывают, находят и наказывают по-русскому. Вытаскивают этого человека и наказывают прилюдно, снимают это на камеру, потом показывают всем, что он не тот, за кого себя выдавал в песнях и в текстах. Мы в Харькове, в харьковской студии, откуда все начиналось, корни отсюда. И у тебя, я знаю, точно есть трек о своем любимом городе. Мой город. Харьков. Давай его споем. Трамвай из депо выползает по рельсам. Теперь я в этом городе бываю лишь проездом. Столица дурманит, но остался трезвым от души. Ребята, салют всем местным. Совсем недалеко, в 3 минутах от дома. Моя 44-я средняя школа. Не было облома собрать всех с района. Играем двор на двор, в 5 на стадионе. В этом городе я родился и вырос. Знаешь мои тайны, если что, прости нас. Шмотки на вырос, даже не мечтали. Героев труда, секонд-хенд из Италии. Далее. На 3-м живет СВО в 15-й квартире. Грустняшка. Привет моей дяде Игорю и тете Ире. Простые рабочие, хорошие люди, мажоры, студенты, юристы. Разные судьбы, старые маршруты. Вспомнить интересно от Одесской и прямо до Советской. Куча фабрик, заводов сплошь и рядом. Завод Малышева, ХТЗ, Турбоатом. Харьков, Рапа-Сити, Индохаус, рэп-обойма. Столица рэпа может спать спокойно. Разошлись с тобой мы как корабли в море. А тебе истории впереди. Мешку с болью. Ну, ты знаешь, по консервации я-то спец. Какие огурчики закатываю? Вот я сейчас сладокого выхватил и в кладовку. Я сейчас показываю работу двигателя москвича. Хлопцы, вот та же синяя жижа, что вы говорили, абсент, то была не замерзайка. Вот он абсент. Так. Зеленая. Но мы пили тогда синюю. А, наливаем маракуйя абсент. Так. Буквально 10 грамм. Тонет. Тонет? Боже, да. Что делать? Что делать, боже. Теперь мы карамелизируем сахар. У Лизы 3 руки. Не стесняйтесь, строчки. У нас это горит. Слива. Слива горит. Слива горит, положено. Выбрасывай. Вот. Так надо было сделать? Пиши, пожалуйста. Панические эти... Я всегда... У меня ВШД 5 была в школе. Ребята, уходите, я задержу пламя. Да туши, давай. Закручивать. Закручивать? Конечно. Банка, крышка, что делать? Подожди, потрескивает что-то. Ай. Пальцы трещали, оказывается. Ты здесь пойло на 80 рублей. На 10 долларов. Ну, а вы неплохой мальчик. А вы хорошо с бюджетом, да? Хватит. Женщина сказала, хватит. Мне такого, кстати, никогда. Мне говорили, все? Женщина мне сказала, хватит. Хочу услышать это еще раз. Дима, хватит. Я в душ, малышки. Что ты сделал? Ну, я же сказал, я консервирую на ура. Просто ключ неси. Шведский бар «Москвич». Понравился коктейль? Деньги только не забудь взять.
Поехали. Там подружка еще одна созревает. Созревает? Да. Это хорошо. Татьяна, мы к тебе на лимузине едем. Мы едем к Татьяне? Мы едем к Татьяне, да. Хорошо. Катя, у тебя сейчас один из самых ярких моментов в твоей жизни. Я хочу, чтобы в твоей жизни было их намного больше. Чтобы она просто была наполнена ими. Чтобы радость тебя, вот счастье всегда переполняло. Потому что ты очень красивая и очень хорошо. Давай, за тебя. Спасибо. С днем рождения. Спасибо. Красивая, кучерявая девушка. Привет. Дам, привет. Я Фил, а ты как это? Таня. Таня, присаживайся. Я к вам. Когда мы с Татьяной, ну, немножечко так выбиваем, когда мы становимся смелее, и что у нас есть секретный код, у нас секретный язык, итальянский язык. Мы разговариваем на нем, что все окружающие нас не понимали. А вы можете мне хотя бы несколько слов таких ключевых сказать, чтобы хотя бы я вас понимал? Давай хотя бы тебя научим, как поздравить с днем рождения на итальянском. С днем рождения на итальянском, да? Хорошо, как? Так, мы именинница. Buon compleanno. Buon compleanno. Да, молодец. Grazie, grazie. Buon compleanno. Несмотря на то, что в лимузине было просто отлично, все самое интересное только начиналось. Мы ехали в ночной клуб «Болеро». Харьков славится не только классической и монументальной, но и современной архитектурой. Памятник мечу появился в 2001 году, за 11 лет до того, как прошел Евро-2012, как бы предвосхитив это событие. Уважаемые харьковские архитекторы-провидцы, у меня к вам огромная просьба. Поставьте у меня во дворе памятник красному Феррари и рыжеволосой голубоглазке. Пусть через 11 лет, но мечта сбудется. Памятник, о котором мне говорили, памятник влюбленным. Чтобы удержаться в таком положении и не упасть, поцелуй должен быть вечным. Надо отдать должное, вечерний Харьков ничуть не уступает дневному. Фонари горят, все подсвечивается, безумно красиво, очень современно, потрясающе. Я в восторге. А, кстати, вот одно из тех мест, которое мне очень рекомендовали местные жители. Это зеркальная струя, первый символ Харькова. Какая струя будет следующим символом Харькова, мне остается только догадываться. Но одно могу сказать наверняка. Харьков очень разный, и мне это нравится. Стоп. Димка звонит. Да, Дим? Москвич? Бар? Да, буду. Скоро буду. Давай. В конце тренировки мы разбились на команды и сыграли в формате тач. Фактически это бесконтактный вид регби, трогать можно, а вот сбивать нельзя. Но и трогают эти парни так, что далеко не всегда удается устоять на ногах. Ребята из команды «Олимп» – неоднократные чемпионы Украины. Сильнейшая команда, составленная из звезд украинского регби. При этом парни оказались совершенно простыми в общении. В общем, ни грамма звездной болезни. Да что там звездные, судя по внешнему виду, они вообще никогда не болеют. Сказал, что регби – это игра, проверяющая человека на прочность. После проверки меня стало понятно, что некоторые детали стоило бы заменить по гарантии. В жизни бывают взлеты и падения. И когда ты поднимаешься в небо, иногда падаешь в грязь лицом. Вот сегодня я именно это сделал. Ну и я это сделал, как настоящий мужчина. Регби в Харькове есть. Это самое крутое регби. Не то, что в Украине, а во всем мире. Мне очень понравилось. Ух, такая традиция. Сейчас ты все узнаешь. Это мало того, что самая сильная команда в Украине, так это еще и самая крутая. Здесь играют настоящие мужчины, работают настоящие профессионалы. Здесь интересно. На примере Леона и этой маленькой студии можно с уверенностью сказать, что между первыми концертами на захудалой дискотеке и сольниками в Нью-Йорке в первую очередь стоят не пачки денег и грузовики навороченной аппаратуры, а талант и сумасшедшая работоспособность. Очень интересно попробовать все-таки самому записать рэп. Сейчас я это сделаю.
Город за городом меняются лица, каждый из них не хуже столицы. С юга на север, с востока на запад, не знает никто, где окажемся завтра. Дорог километры и сел вереницы, от вида за окнами вовсе не спится. Здесь каждым гектаром можно гордиться, и больше не тянет нас за границу. Ну что, пойдемте послушаем. Город за городом меняются лица, каждый из них не хуже столицы. С юга на север, с востока на запад, не знаю, кто где окажется. Это был мой последний опыт в хип-хопе, честное слово. Города, Харьков, поехали! Здравствуйте, девчонки! Привет, привет! Пить будем? Да, будем. Да, так задумаешься. Давай, заказы. Быстро, 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 быстро. Два негрони. Одна негрони, два негрони. Ну, умножить. Делаем. Все, отдыхай, малыш. Все, я сделаю. Все знаешь, где? 30. 30 джина. 30 джина. Кампари. 30 мартини росса. Все. Смешиваем, украшаем. Поехали. 3, 2, 1. Поехали. Уже не испортит. Фух. Подожди, сейчас. Подождите. Опять мне лед. Да. А мне ничего. Ну, как всегда. Тебе чаевые, а мне ничего. Платить будем или нет? Ну, видишь, работает. По схеме. Оп, а ты все-таки пила больше, да? Слушай, у меня тут друзья в Харькове, кстати. Ну, я не один приехал. Не, как бы один к тебе, но мне они приходят. Интересно, друзья, да. Много друзей? Давай, давай я им позвоню, и мы коктейлями каким-то угостим их. Точно? Поехали. Сейчас буду. Девчонки, поехали в другое заведение. Там мои друзья, там тоже очень клево. Поехали. Поехали. Да, хорошо. В Харькове. На втором? А в Москве? Уверен, на втором? Европа. Уверен? Тихо, нос сотрешь. Подожди, нормально. У тебя сейчас один из самых ярких моментов в твоей жизни. Холодно здесь? Капец. Сами бы залезли, бы не снимали. Нет, как-то это по злому как-то получается, но по-доброму, наверное. Сами бы залезли и снимали здесь. Холодно! Давай заново, не в ту дверь пошел. Я люблю Харьков.
Я люблю Харьков. И я, видимо, тоже. Откуда вы? Общежитие. Из общежития? Да. Приехали в Харьков из общежития? Круто. Спасибо вам большое. Вот так из далеких общежитий съезжаются студентки в Харьков. Мы отрываемся в Харькове. Сейчас. И совсем скоро мы окажемся в вашем городе. Это программа.